der Pfiffikus. Neues aus unserer Klasse. Unsere Hobbys. Das Cello von Arma. Ich spiele Cello, seit ich 5 bin. Das Üben ist oft eine Qual. Aber schließlich will ich immer besser werden. Mhm. Да, сам начало. Der Pfiffikus, это значит шутник или кто-то, кто такой лукавый, да? Neues aus unserer Klasse. Это значит новый в нашем классе, из нашего класса. Да, из нашего класса. Угу. Unsere Hobbys, это наши хобби, да? Дальше что у нас там? Das Cello, это виолончель. Это рассказ von Ама. Да, она рассказывает от о своей... Ама. Да. Просто написано от Ама. От Ама, да. И что там? Ich spiele Cello. Я играю... Переводи, солнце, потому что я уже... Я играю... Да, на виолончели. На виолончели, когда... С тех пор, как... С тех пор, где мне было 5. Когда мне было 5, когда так. Мне было 5. И... Тренировки, да? Das Üben. Были очень... Часто мучительными. Часто мучительными, да. Но... В конце концов. В конце концов... Я захотел... Всегда лучше. Быть лучше, да. Я всегда-всегда хочу быть лучше. Дальше. Следующий рассказ. Фußball von Özlem. Ich mag die Bundesliga. Die Tabelle schaue ich mir immer im Computer an. Am besten finde ich Bayer Leverkusen. Leverkusen. Mhm. Meine Freundin Yvonne mag den 1 FC Köln. Mhm. Переводи, пожалуйста. Футбол от Özlem. Я люблю Бундеслига. Бундеслигу, да. Mhm. Что там? И табеля, таблицу. Таблицу. Смотрю я. Всегда в компьютере. Ну, это таблица, где распределяются очки, да? Угу. Дальше. Но... Лучше всего? Лучше всего я люблю... Я нахожу или мне нравится? Finde ich. Это название команды. Finde ich. Название команды. Ну, какое-то название. Байер Ливеркузен. Ливеркузен? Да, Leverkusen. Это город так называется. Отсюда. Может быть. Да. Дальше что там? Моя подруга. Да. Ивона какая-то. Ну, ее зовут Ивона. Любит другую команду. Да, это другая команда. Она из Кёльна. Эту команду я знаю. Да, хорошо. Давай следующее. Следующий рассказ. Mein Pferd von Lulu. Mhm. Ich habe ein Pferd. Es ist eine Stute. Mhm. Sie heißt Jolante. Mhm. Gern reite ich mit Jolante. Quer und über die Wiesen. Mhm. Meine Freundin Cora hat ein Pony in Пфлеге. Пфлеше. Угу. Пфлеге, все правильно. Давай, как переводится? Моя лошадь. Моя лошадь. От Лулу. Так. Я... У меня есть... У меня есть лошадь. Ну, тут правильнее было бы сказать конь, да, получается. Лошадь Но конь. Она кобыла, да. Ну, то есть у меня есть лошадь, и она кобыла. Да. Кобыла. Ее зовут... Jolanta. Так. Что-то валет. Gern reite. С удовольствием. С удовольствием. Катаюсь я. Я на ней. На Йоланте. На Йоланте. Через. Через все луга, поля. Юла. Угу. Луга, поля, да. Meine Freundin Cora. Моя подруга Кора. Угу.
А вот у моей подруги Коры, да? Есть пони в... В уходе. В уходе, да. Она ухаживает за пони. Так, кто следующий? Im Aquarium, по-моему. In meinem Aquarium habe ich 20 Guppies. Mhm. Das sind Süßwasserfische. Mhm. Guppies sind pfiffige Tiere. Mhm. Давай, переводи. Давай, в аквариуме. Рассказ от Момо. Так. Не рассказ от Момо, иначе было бы... Да. Просто от в аквариуме. Да. Просто от Момо. Да. В моем аквариуме у меня 20 рыбок гуппи. Гуппи — это такой вид рыбок. Да? Das sind Süßwasserfische. Это значит, они рыбки пресной воды, то есть пресноводные рыбы. Guppies sind pfiffige Tiere. То есть гуппи, они очень смешные животные. Ну, это все, да? Угу. Mm-hmm.